Мир такой многообразный и интересный. Иногда стоит задуматься, какой бы он был, если бы не случилось многих великих открытий. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о армянских и азербайджанских изобретателях, которые сделали нашу жизнь такой, какая она есть. Подписывайтесь на наше обновление, и вы узнаете о всех новинках на нашем канале самыми первыми. Обязательно досмотрите это видео до конца. Стоит начать с огромного наследия армянских ученых. Когда узнаешь, что так мало армян и так много изобретений, которые реально поменяли наш мир, становится очень хорошо на душе, и ты гордишься за своих соотечественников. Надеемся, что каждый из нас в какой-то мере сделает эту жизнь лучше не только для себя, но и для всего мира. Начнем мы с Аванеса Адамяна. Он инженер-электрик, один из изобретателей цветного телевидения и радиофототелеграфии. Автор свыше 20 изобретений, главным образом в области телевидения и фототелеграфии. То есть Аванес Адамян создал первый цветной телевизор. Андроник Иосифьян. Настоящее имя Андронов. Он является профессором и крупнейшим советским ученым в области электротехники. Он основатель советской школы электромеханики, один из основоположников ракетостроения и космонавтики, изобретатель первых метеорологических спутников «Метеор» в 1966 году. Баграт Ионисиани, советский конструктор астрономических инструментов, является конструктором самого крупного на то время телескопа БТА. Око планеты. Он также является автором ряда новых оригинальных конструкций астрономических инструментов. Именем Ионисиани названа малая планета. Оскар Бенкер. Настоящее имя Асатур Сарафян. Отец автоматической трансмиссии. Изобретатель безыгольного инъектора, первой автоматической коробки передач, бензонасоса, измерителя машинного масла, основных элементов управления вертолете Сикорского и усилителя рулевого управления. Даже представить сложно, что это все сделал один человек. Он создал коробку-автомат. От этого действительно захватывает дух, и хочется также быть очень полезным этому миру. Пишите свои комментарии под этим видео, чем вы полезны всему миру. Или какую пользу в ближайшее время или в перспективе вы хотите донести до людей. Мы будем рады услышать ваши комментарии и также ответить на самые лучшие. А мы продолжаем. Рубен Эксерджян, изобретатель зенитных орудий, которые использовали вооруженные силы США во время Второй мировой войны. Эмик Авакян запатентовал 57 изобретений, которые до сих пор помогают инвалидам. Сам Эмик был болен детским церебральным параличем. В 1961 году президент Кеннеди наградил его за самый выдающийся вклад в занятость инвалидов. Следующий изобретатель – Лютер Джордж Симджан. Автор более 200 изобретений, среди них банкомат. Представьте, банкомат, автопортретная фотокамера, телесуфлер, проектор, выводящий на экран изображение, полученное под микроскопом, и также многие другие. Сложно кого-то отдельно выделить, среди армян огромное количество великих изобретателей. К сожалению, мы не смогли здесь включить всех изобретателей, которые есть. Вы можете с ними ознакомиться в интернете. Также на нашем канале есть и другие изобретатели, вы можете найти наше видео. Ну а, к сожалению, о азербайджанских исследователях в открытых источниках информации очень мало, да и численность их невелика. Но стоит отметить таких, как Митат Теймур Оглы Аббасов. Под его руководством созданы новые технологии в области повышения нефтеотдачи пластов и увеличения производительности скважин. Разработаны экономико-математические модели оптимизации освоения нефтегазовых ресурсов. Является автором более 600 научных трудов, в том числе 16 монографий, 43 изобретений и 5 патентов. Оник Межлумов. Советский нефтяник и изобретатель. Получил сталинскую премию третьей степени в 1951 году за разработку и внедрение двухствольного бурения нефтяных и газовых скважин. Внес вклад в разработку и освоение Шкаповского месторождения. Генрих Саулович Альтшулер. Советский писатель-фантаст и изобретатель. Автор ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Автор ТРТЛ. Теории развития творческой личности. Юсиф Керимов.
инженер, изобретатель, почетный энергетик СССР, почетный инженер Азербайджана, один из основателей гидроэлектрической индустрии Азербайджана, и Мамалиев Тофик Эюб Оглы, автор проекта патентованного закона Азербайджанской Республики, автор проекта международного компьютерного алфавита КОММАЛ. Как мы видим, без армянских изобретателей наша б жизнь не была такой прогрессивной и комфортной. Это действительно те люди, которые перевернули мир и сделали его лучше. Будем надеяться, что азербайджанцы когда-то догонят армян в инновационной гонке. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.